Вот мяч. Два мяча, один у меня. Ага. Третий. Второй.
Thank you.
а человек интересно устроен. Играй. Ну, выиграл, проиграл. Какая разница вообще? Что на каком состоянии? Ну, 2000 потеряли все. Ну, а то есть пенсию получаем, нормально работает. Все. Вот. Ну, все равно, что не просто потерял, то есть играет. Ну, что, вот в игре вот играешь, бьешь ну, половину того, что ты бьешь на тренировку. Это каждый. Ну, ты видишь, психология. 40-15, 3 подряд ошибки. Ладно, там в одном месте отсутствовал, а остальные все, это нервы. Психология, нервы. Конечно.
Я-то рассчитывал на путик. Я одел теплую фигню. А? Ну, Женечка, это святое. Я парень дикий. Только так, да? Хорошо, что не в дутике играем, да? Да, хорошо, что жопа была. В дутике был запах.
нельзя туда? Thank you.
5-1? Нет, переходим. Нет. Лети, если хочешь. Форс непривычный. Заметил? Что? Форс непривычный. Он скользкий. Дождь был, поэтому скользкий. А что говоришь? Дождь был, поэтому. Да, да, верхний слой про это. Просох, а внизу сырое, ноги летят. А он вверху просох, верхний слой, а внизу сыро, и ноги просто летают. Я понимаю, разговор об этом. Я вас прошу, перерыв, затягивайте. Ну что, мы сыграли, мы сыграли. Мы сыграли 2. Второй надо. Сейчас, да. И вы просто перерыв, затягивайте. Попросят что-нибудь сделать. Тут уже как пойдет.
3-0. Это ты? Да. Я просто где-то сюда и... Не понял я. Нет. Раз. Посчитать по лунке. Стой, стой, стой. Не надо. Я откуда подавал? Подожди. Откуда? Откуда я подавал? Так. Тихо. Давай. Первый ты подавал? Да. Первый ты. Второй выиграл. Я. Второй ты проиграл. На двух мы перешли сюда. Я сейчас третий. Подаю 3-0.
Подожди. Yeah.
несколько раз заделал, блин. Да. Дождь будет, наверное. Как нельзя, Сережа? Как нельзя?
гейма тебе просрал. Смотри, а? 4 гейма тебе просрал. Я 7 геймов подряд. 3-0. Что бывает? Обалдеть. Главное, сам все. Это же тянет. Это же тянет. Это тянет. Кто вы? Кто зайдет? Это вы одно уже делаете. Thank you.
меня сейчас. Допустим, на стороне слышно. Алло. Да, тут. Я не услышал звонка. Ты где? Ну, Хасанска знаешь где? Около Лен. Ну, Хасанска заворачиваешь вот с моста направо, потом направо, ну, и увидишь жутики. Тут шестой корт. Шестой корт. Ладно, давай. Yeah.
смотри. Thank you.
Ну что у нас? А? На треть идем? На треть идем, парень. 2000 заплатили недаром. Ни хрена себе. Сколько мы тебе дали? Мы одинаково играем. И тут как нервы, как ляжется на какие-то. Карта, фишка, тут масса нюансов. Вот они играют, великие игроки. Смотри, что, 6-1, 6-1, обратно все. Потом на это что. Нет, понимаешь, что делать? Ты сам прекрасно видишь. Ты скользишь. Я скользил. Я грохнул, я боюсь, что. Понимаешь, хорошо, хорошо. Нет, ну все, ну видишь, дождь, что сделаешь? Там мне просто вода. Пару раз даже не брал мяч, если не упасть. Что ты делал? Видел, как я пробовал? Это да. Так, подожди. 7-5, это значит переход. Да, 12. Сейчас переход. Почему-то четко. 7-5, 12? А, четко, да. Значит, еще одну играем здесь, а потом переходим. Так, кто сейчас подает? Сейчас кто подает? Я уже. Значит, последний подавал, сейчас скажу, первый подавал первый раз я, а второй раз ты первый подавал. Значит, первый было 3-0, я вел. Нет. Есть. То, что ты вел, то ладно. Нет, кто я первый подавал. Ты первый подавал. Да. Значит, ты нечетный все подаешь. А я все четные подаю. Значит, сейчас будет 13, значит, ты подаешь. Я подаю. Да. Да-да, я же подавал сейчас, я вспомнил даже, что я сейчас подавал. А, да-да, я подавал. Да сейчас ты подавил.
Thank you.
Я там должен приехать, документы передать, я о нем все думаю, как-то он пошел. Я соберу просто, нет. Кажется, он пошел, все. Мне показалось. Так, хорошо, не знаю, сейчас ты берешь. Отпускай ты путь. Ну ладно. Да, я заберу у него просто, все. Так, по 15 я подаю. Да, по 15, 1-2. Thank you.
Пошли еще футбола посмотреть. Конкретно.
Господа нету? Нет. А? Нет, хорошо. 5-1, нет. Миша, ну, начнёт. Смущение. Я обалдел. А? 4-4. 5-4. 5-2. Давай чуть-чуть. Мы начали полседьмого, капец.
третий час пошел. Ну, блядь, для дедушек играть. Ну. Нахер я записался вот одиночку. Надо в третий играть, вот так играет это. Эмбре до 10. Как пара. Смотри, смотри, а? Смотри, смотри. Ну, поехали. Поехали, поехали. Да, здорово. Мы сегодня начнем все закончить. Спасибо.
Мяч, мяч, у меня все рука болит, мяч Вы мимо метро будете проезжать? Я хочу играть. Нет. Нет, я тоже начал. А, ну ладно. У нас на тоненькую, то у него нервы, то у меня нет. Тем более корт долбанный, вообще не бьешь ничего. Играть для чего надо? Для удовольствия, правильно? А ты когда ты играешь для невероятных, это самое. А это от кого зависит? Я от кого? А кто так умолчал? В системе нет. Хорошо играть, умолчал. Это не этот, не Саша Волчанов, которым ты играл. Валерий Макарович. Сейчас я посмотрю. Если у меня есть его телефон, то это у меня. Вы же да. Ты играл. Волчанов, Володя Владимирович, да? Ну не знаю, а ты играл. Ну и что, хорошо играл? Ну вот, ты с этого, Валерия Макарович. Ты ему на море проиграл, помнишь? Валерий напарника, знаешь? Ну, а не, нет, не молчал. По немолчану, не, не то. А я напарник, напарник это седой такой. Ну, Вахер, как ты? А Полякова-то проиграл. Полякова да, проиграл. Полякова, да. Полякова. Да. Подожди, в Медведе, а что это там? В Медведе молчал? Да. А, у Медведа не играет. Да. А что ты проиграл? Стресс. А где то этот маленький, Володя, который на Питер ездит везде. Точно, точно, нет ее. Опять какой-нибудь тренер, нет? А? Не, тренер? Не, не, он не тренер, он вот так он наш. Как мы играем, да? Да. Ничего так. Счет. 6, 2, 5, 7 и 6. Я завтра не играю. На будет сказать. Вот с этого играли вообще. Женя, вам честно играет, да? Да. Не тяжело, да? Да. Так, это же проходит, да? Вот там, наверное, вернулся так. Хорошо еще не сделал. Дверь уже не первый. Здесь вода разбирается. Не первый. Там ты смотришь, а там вода. Вот он нам. Падал, мы уже люди, ребят, какие. Я встал, я встаю, думаю, нифига себе, слабо я живу. Ну, вы как бы одинаково. Я честно говорю, это... Просто у меня больше видов. Не вода сюда. Короткая мочи. Да я ни разу не ударил, как нормально. Нет, а при чем тут? Нормально, нормально. Тебе просто надо было тянуть и хотя бы дальше развивались. Ты даешь короткую, а он с короткой разводит. Сейчас подойдет. Я вот сейчас тоже убрал, тоже. Сереж, а третий мяч не видел ты? Ну у тебя нет? Ну туда упал.
Соответственно, он оттуда бьет, ты больше времени, все. Короткие, все забывают. Вот это у меня сейчас тоже короткое забывание. Надо с этого. Вот это начинается вообще. У вас тут как бы в игре это было, а вот уже вы играете, еще быстрее. Это начинается с приема подачи. Как мы его не тренируем, прием. Думаешь, отвечу, и сейчас пойдет игра. Отвечаешь сюда в ковчег, ты сразу тык-тык, и все. Это как бы вот надо. Это надо отрабатывать. Понимаешь? И те 90% мячей пуля потачишь. Слышишь? Так вот смотри, я играл, начал играть. И у меня вот здесь грустный какой, я вдыхаю. Понимаешь? Нет, вдыхаю, я не могу ничего делать. Я играю, я им проиграл 6-1 проиграл. Смотри, а во второй... А что, думаешь, никто не волнуется, что ли? А во второй я... Во второй я 3-0 проиграл. Я проиграл им 9 геймов подряд. Потом я 3-0 проигрывал, я в него выиграл. Ну, 7-5. Вот. А потом, ну, я все время играю как-то. Я здесь... Мне тяжело. Я с тобой играю, я играю где-то. А здесь камень. Причина одна, Лёха. Сколько у тебя? Одна официальная игра в полгода. Это отсутствие официальной практики. Если вот эти ходили мы тогда, вспомни, каждое воскресенье, уже выходишь как на работу, никаких этих нет. Это все объяснимо. Не надо это говорить, что это вот я такой и поэтому так. Это у всех так. Если выходить на официальную игру раз в полгода, естественно, будет изменить. Это все-то выражают руки ноги. Ну камень уже спустить не пишет, блядь. Я его себе говорю уже. Ну, я это, во рту пересохло, блядь, а вот я проигрываю какую-то самую. Да ёб твою мать, да? Ну что ты это нервничаешь? Это у всех так. Это в прошлом месяце. Чего, чтобы с этим бороться, блядь? Говори. Ну, блядь. Уже она с тобой уже позанимается. А так, просто этому возмущаться, от этого не избавишься. Это что, у меня так, у всех так, ёба. Если играть раз в полгода, ты выходишь на официальную игру. Если играть каждое воскресенье, ты вообще будешь не выходить.